Доброго времени суток, уважаемые пользователи. Предлагаю вам онлайн-курс «Электротехническое материаловедение». Я лектор курса Драганова Маргарита Анатольевна. Работаю я в Карагандинском техническом университете на кафедре энергетической системы на должности старшего преподавателя, магистр теплоэнергетики. Для кого предназначен онлайн-курс электротехническое материаловедение? Это онлайн-курс электротехническое материаловедение является компонентом по выбору цикла базовых дисциплин для бакалавров высших учебных заведений, обучающихся по образовательной программе 6B07109 «Электроэнергетика». Цель изучения. Онлайн-курс электротехническое материаловедение ставит целью изложение материалов, касающихся электротехнической подготовки студентов, которые будут служить базой при изучении специальных дисциплин, формирование знаний принципов использования электротехнических материалов в устройствах электроэнергетики и электротехники. Задачи. Изучить теоретические основы взаимосвязи основных характеристик электротехнических материалов и основные принципы, происходящие в диэлектрических материалах под действием электрического поля. Предлагается 6 лекций и структура изучаемой системы, видеолекции, материалы для лабораторных работ, темы для самостоятельного изучения и тесты для контроля знаний по теме. Желаю успехов в изучении данного онлайн-курса. Спасибо большое за внимание.